Торжества под открытым небом и уникальная выставка произведений живописи в Уржуме отметили Васнецовский праздник. Он стал кульминацией 9-го Васнецовского пленэра и 4-го керамического симпозиума. Больше 2 недель художники и керамисты со всей России создавали свои работы в местах, связанных с жизнью выдающейся семьи Васнецовых. Подробнее Андрей Дозорцев. Прямо под открытым небом в парке Уржума свои произведения создают юные художники. Для Дианы Шабалиной это первые творческие шаги. Ее работа как отражение большого Васнецовского праздника. Говорит, на таком пленэре приходит вдохновение само по себе. Секрет в природе и архитектуре уржумской земли, которая всегда привлекала художников. Здесь красивые очень места. Особенно вот улица вот эта, Советская. Там старинные дома, очень купеческие, красивые. Вот. Мне вот тоже нравится. Уржумский район – родина выдающегося художника Виктора Васнецова. Не случайно его портрет стал украшением главной сцены праздника. Имена известных живописцев Васнецовых – еще одна причина, из-за которой на Вятскую землю за десятки километров приезжают художники, чтобы пройтись по Васнецовским местам и посвятить им свои творческие работы. С большим удовольствием рад приветствовать здесь, на Уржумской земле, участников и нашего уже регулярного Васнецовского пленэра и керамического симпозиума, потому что мы считаем, что впитывание той атмосферы, в которой родились, творили, жили и развивались такие выдающиеся люди, как семья Васнецовых, должны дать серьезный толчок, импульс и для развития творчества всех людей, кто в этом заинтересован. Каждый Васнецовский пленэр и керамический симпозиум на Вятке оставляют после себя особенные произведения художников и керамистов. Часть из них становится экспонатами итоговой выставки, которая открылась в этом году в музее Уржума. В живописных работах можно увидеть природу, дома и людей, все, что окружало и вдохновляло художников в течение всего времени, проведенного здесь. Мне приятно было писать быт, дворики деревянные с их жителями, очень такие сельские жители. Интересные по натуре самой. Писали в основном вечером, днем пекло такое стояло, днем и купались, и загорали, и просто гуляли. Инга Поповская – молодой художник из Сыктывкара. Это ее первый Васнецовский пленэр. После него она увезет с собой несколько десятков своих произведений и надеется, что вернется сюда вновь. Конечно, остались сюжеты, которые еще не успели запечатлеть, но я планирую приехать сюда осенью и в мае, когда и река разольется, и цвета уже будут другие. Особого внимания заслуживают и керамические работы, которые были созданы по итогам симпозиума. Гостям выставки представили не только готовые произведения, но и показали процесс обжига керамики. Каждая работа создается вручную, поэтому становится уникальной. Всего в этом году в Уржумском районе работали 13 художников и 13 керамистов из разных городов России. Традиционно их лучшие произведения будут отобраны в коллекцию Вятского художественного музея. Андрей Дозорцев, Валерий Никулин, Вести, Уржум.